Я не знаю, будет ли нечто подобное в 105 у мужчин. Мне кажется, не будет. Нет, после... Вроде как я и по протоколу смотрел, что не заявился ни Долега, ни... Там не будет, да? Там не будет особой конкуренции, особой борьбы. Не, борьба в любом случае всегда будет, но так вот интересно, как олимпийский чемпион, там, чемпионы мира. Единственное, что когда вот есть такое ожидание, ожидание большой битвы, совершенно непонятно, как относиться к тому, что происходит сейчас на помосте. Потому что, по большому счету, мы все ждем, когда начнется. Да. То есть у нас такое долгое ожидание. Хотя вот Татьяна Хромова, последний чемпионат мира, пятое место. То есть пятое место она была даже при одно время пыталась спорить за попадание в тройку. А сегодня, видите... Вот осталась одна девочка. И сейчас все начнется, да? Ну, через три подхода, я думаю, все начнется. Давай посмотрим. Ирина Кулеша из Беларуси. Все-таки и белорусы достаточно...